Так, раз-два раз, яйца тряс. Ребя, в общем, прям в лайве просто тупо сейчас беру, записываю ролик без клея или без всего. Открываем сундуки на 3000 монет. Я сейчас нахожусь в порту, в Девиосе, я думаю, это не важно. Вот, у меня 3019 монет. Сейчас я вот так вот донатную полоску уберу повыше. Ну, понеслась. 30 свитков, фосфор, пороховой заряд, черный парус. 30 черный порох, саксонские черепа вуду, боевые марки. Ну, что-то пока так себе, так себе. 500 монет уже в помойку. Фейерверки, синий фонарь, плюс 6 скорости, плюс 50 свитков. Ну, как-то так себе, как-то так себе. Фигура свобода. Черный порох опять, плюс 5 дней према. Ну, ё-моё, дайте нормальные сундуки, алло. Фигура свобода, 10 тысяч золота, 30 черный порох. Зеленый фонарь, плюс 5 прочности, черный двоем порох, черный парус. Ну, два фонаря выпало. Почем они стоят, получается? Синий 259, зеленый 259. Ну, плюс-минус, вот фонари более-менее вроде в окупе остаются. А вот все остальное пока так себе, ладно. Так, 1500, давай еще один. 10 тысяч, 5 дней према, 30 свитков. 30 свитков, 140 монет, 100, ага, 5 еще, ага, отлично. Можно еще за монетки будет еще взять. Так. Полосы горизонтальные. Это у нас, я так понимаю, на парус декор какой-то. Плюс 30 свитков, 50 фейерверков. Так, ну, давай уже корабль какой-нибудь. Ну, черный парус, плюс 5 дней према, фигура завоеватель. Ну, ё-моё, где наши корабли? Оло. 5 дней према, 10 тысяч золота, 50 свитков. И 5 дней према, фигура свободы, 5 черепов вуду, 200 боевых марок. Ну, ё-моё, дайте корабль, корабль хочу. 50 свитков, черный двойной порох, 50 фейерверков. Ну, как-то так. Как-то так. Как-то так. Корабль нам не выпал. Тупо насыпали кучу всякой шляпы. Причем, кстати, это все отображалось на общем чатике. Ладно, так. Ну чё, хоть как-то так. Ладно, если чё, попробуем потом еще раз пооткрывать. Пока только так. Будем довольствоваться тем, чем есть. Ну а пока, всем пока, всем спасибо, все свободны.